Всем привет! Сегодня я расскажу вам о одном классном нововведении, коснувшемся Dota 2 Lounge. Теперь здесь можно обменивать не только шмотки из Dota, но и инвентарь Стима, что очень прикольно. Можно обменять гифты там, карточки, эмоции, задние планы, что угодно. Все работает по той же системе, как и с шмотками Dota, очень удобно, классно. Он же сам поменялся разок. Всем советую попробовать. Кстати, гайд на Туска немного задерживается из-за технических причин. Приношу вам извинения.